Комсомольский парк – одно из знаковых мест старой Гагры. Центральную аллею с игрушечными фонтанчиками, яркую, ухоженную на каждом сантиметре, можно увидеть на открытках разных лет. Парк требовал нового взгляда и обновления, ведь он уже много лет был в заброшенном состоянии, зарос сорняками, практически была потеряна геометрия парка. Именно поэтому руководством Гагрского района было принято решение приступить к проектированию реконструкции данной территории. Отделом архитектуры был подготовлен проект благоустройства и реконструкции, в котором было предусмотрено полное восстановление дорожно-тропиночной сети. Там была сложная композиция запроектирована изначально, и мы были намерены в полном объеме ее восстановить. Данный проект осуществляется за счет средств районного бюджета и за счет мецената из Российской Федерации, выходца из Абхазии, Иминасян Алика. На данном этапе выложено 4000 квадратных метров тротуарных зон на сумму свыше 15 миллионов рублей. Следующим этапом здесь планируется установка фонарных столбов, озеленение и восстановление водоснабжения уже существующих фонтанов. Ко второму этапу реализации данного проекта администрация района планирует приступить после летнего курортного сезона. Совсем скоро появится еще один обновленный парк Комсомольский, который расположен в районе Жуйкварского моста. Сария Кварцхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение.